Такер Карлсон спросил у Путина, есть, возможно ли вообще война, и есть ли у него интересы в НАТО. Сказал Путин, что нет никаких интересов, одни угрозы. Это противоречит здравому смыслу втягиваться в глобальную войну. Но вместе с этим мы видим, как готовятся в НАТО. Вот мы сегодня увидели заявление министра обороны Дании. Он заявил о том, что Россия может напасть на НАТО в течение 3-5 лет. И он говорит о том, что нужно сейчас готовиться. Как вы думаете, Юля, что поменялось в НАТО? Раньше мы не слышали такой риторики. Ну, во-первых, в НАТО поменялась пока только риторика. Угу. Видимо, в связи с тем, что надо как-то заставить людей, которые, ну, вот, занимаются теми самыми гендерно-нейтральными туалетами только с положительной стороны, как-то немножко отойти от производства вышеописанных туалетов и начать заниматься, скажем, производством гаубиц. Но им же не скажут, что, ребят, мы не знаем, нападет Путин или не нападет, но вообще, чтобы он не напал, нужно производить гаубицы. Поэтому, соответственно, им говорят, ребята, все точно нападет. Ну и должна сказать, что не знаю, как на Данию, потому что на Данию вряд ли. Как-то последний раз императорская Россия очень давно воевала с Данией. Но вот на страны Балтии, да, это вполне вероятно, потому что вот в том состоянии души, в котором Путин находится, он видит, что Финский залив – это мелкая лужа, он видит, что ему нужно большое Балтийское море, то есть, собственно, вспоминает все то, что говорил и думал Петр, и думает, ах, какой кусок реал-эстейт уплыл. Я совершенно не сомневаюсь, что у него есть большой резентмент по отношению к странам Балтии, и по, как бы, типу того, что вот это же было в Российской империи. И, соответственно, у него есть, если у него будет возможность, он что-нибудь такое там, скорее всего, вполне может устроить. Но Путин, обращаю ваше внимание, оппортунист. И я не думаю, что, например, даже на Украину бы напал, если бы, скажем, был уверен, что он... Во всех случаях, вот он точно бы не ввязался в то, во что он ввязался, если бы у него были адекватные представления о действительности. Как вы думаете, сейчас Путин готов открыть еще один фронт? Еще раз повторяю, он оппортунист, и для него характерна вот эта вот ситуация, когда он перебивает один конфликт другим. Допустим, в 2014-м хапает Крым, потом смотрит, что это вызывает санкции, говорит, а вот пойду-ка я в Сирию, потом Сирию поменяю на Крым и Донбасс. Правда, оказывается, что никто не хочет покупать у него Асада. Приходится, значит, с этим Асадом носиться, как с писаной торбой. То есть он всегда эскалирует конфликт, переводя его на другой уровень. С одной стороны, ну, знаете, это же очень тоже во многом зависит от ситуации на фронте. А ситуация на фронте достаточно невеселая, потому что она упирается в то, что, во-первых, у Украины меньше дронов, во-вторых, у Украины просто физически кончаются снаряды. Вот мы с вами говорим, когда в Авдеевке фактически идет зачистка, потому что те укрепления, которые есть там, смешаны с землей, силы специальных операций, уже бывший главнокомандующий 2 дня назад вывел из Авдеевки, что, как я понимаю, послужило одной из важных технических причин его отставки, потому что разногласия между ним и президентом Зеленским о том, что заборонять Авдеевку или нет, были достаточно жесткие. Залужный говорил, что он будет оборонять Авдеевку, вернее, он так не говорил, но он говорил, что мы будем держаться за ту или другую позицию, пока ситуация в нашу пользу, пока потери больше у российской стороны. Вот сейчас, насколько я понимаю, с учетом того, что там просто осталось, с учетом того, что там нет коммуникации, нельзя вывести раненых, с учетом того, что люди действительно там забиваются в щели, и они не могут развести даже костер, потому что на этот костер на дым прилетает или российский ФАП, или российский дрон. А все укрепления тем или иным способом разбиты. И размен впервые стал в пользу российской стороны, хотя перед этим, напомню, просто когда Россия проходила через минные поля в Авдеевке, вот там было положено какое-то немеренное количество народу, немеренное количество бронетехники. Но, тем не менее, это я к тому, что вот Путин сейчас чувствует, что уж Авдеевку-то он, можно сказать, почти наконец взял.
Кроме того, как я уже сказал, есть стратегические проблемы. Вот стратегическая проблема то, что российских дронов там больше, и что снарядов там нету, потому что последнее, что поставили, это Германия поставила 1000 снарядов, все НЗ уже кончились, и НЗ уже кончились. И, соответственно, вот Путин же будет действовать, особенно в войне, в зависимости от обстановки. Как вы считаете, Путину нужны какие-нибудь переговоры сейчас? Он постоянно говорит о том, что Украина ввела запрет на переговоры, мы не хотим, а вот мы не против. А как на самом деле есть? Опять же, сложно судить, потому что мне кажется, что сейчас он считает, что у него более выгодная позиция. Во-первых, к нему действительно перешла стратегическая инициатива. Очень сложно понять, насколько он сможет ее реализовать, потому что, с одной стороны, у него он резервы-то потратил в Авдеевке, и вряд ли он эти резервы будет там проводить масштабную мобилизацию накануне мартовских выборов. Потому что, как показал кейс Надеждина, где люди выстраивались, чтобы сдать подписи, среднестатистическая российская публика вовсе не в восторге от того, что, значит, туда идти и наниматься, хотя поток контрактников по-прежнему не иссякает, и, насколько я понимаю, то есть у России в этом смысле меньше проблем с вербовкой даже, чем с Украиной, в том числе потому, что платят большие деньги, в том числе потому, что больше населения. Да, может, дальше очень сильно поднялись зарплаты в частном секторе, соответственно, они тоже начинают конкурировать с зарплатой контрактника. И тот человек, который думал, а подзаработаю-ка я деньги, наймусь-ка я на войну, он думает, а подзаработаю-ка я деньги, наймусь, я не знаю, там, поваром или сталь варить или еще что-нибудь делать. Но, тем не менее, вот в сухом остатке получается, что по итогам Путин потратил очень много резервов на Авдеевку, с одной стороны, а с другой стороны, Украина потратила все свои снаряды, и даже если Америка завтра, там, послезавтра, проголосует за пакет помощи Украине, это не значит, что снаряды появятся после этого завтра. То есть вот у него это окно возможностей, которое он, к тому же очень возможно, что там будет какая-то, ну, согласитесь, сырский месяц будет входить в курс дела. А если весь генштаб уволят, так и 2 месяца, так и больше. И вот в этой ситуации Путин, он же всегда хотел большего, чем он уже хапнул. Я, честно говоря, не вижу, зачем ему в этой ситуации, когда он перестроил российскую экономику и российскую армию, перемирие. Наоборот, сейчас Россия настроена заточена под вечную войну. И, в принципе, этот велосипед будет катиться, пока он катится. И мне кажется, что, ну, как минимум, Путин это будет говорить, ровно потому что позиция президента Зеленского известна. Типа, до границы 91-го года война будет продолжаться, пока не будут границы 91-го года. До этого, типа, выборов не будет, сосредоточимся на борьбе за демократию. И поскольку, в общем, Запад от этой риторики очень сильно устал, и она выглядит несколько реалистично, то Путин, когда он лишний раз вот вилку в этот блок втыкает, он, соответственно, расчесывает то, что легко расчесывается.